Красном углу ринга отдыхает кандидат в мастера спорта Максим Кофан. Ему 13 лет, представляет город Черкассы, КДВ США, Виктория. Боксом занимается 6 лет, провел 50 поединков, 43 одержал победу. Является призером турнира сильнейших боксеров 2015 года в городе Коломия. Тренируется под руководством Зуфара Мифтахова. Лет, имеет первый спортивный разряд, представляет Уманскую ДСШ. Боксом занимается 2 года, провел 21 бой, в 16 одержал победу. Является чемпионом Черкасской области, тренируется под руководством Виктора Петриченко.
покупают. Когда тебе будет такой костюм, будешь скулить. Да. Трошки красивого. Трошки разбирают. К выходу на ринг 12-й пары Максим Булава, спортивный клуб «Братья Катренко», Алексей Баршинский, Умань. В этом бою единогласным решением судей 3-0 победу одержал Максим Копан. Он завоевывает звание чемпиона Черкасской области 2015 года в категории до 59 килограмм. За второе место награждается Артур Маргарян, город Умань. Медалью и дипломом второй степени. Чемпионом Черкасской области стал Максим Кофан. Виктория. Награждение проводит рефери поединка, судья первой категории Андрей Смирнов.